Регбийные команды «Гомеля Кватро» и «Севен Линкс» вернулись с фестиваля снежного регби «Лютый кубок». Мужская команда «Кватро» в своей подгруппе стала первой и заработала 6 очков. Ее соперниками были дружины «Зеленоград» и «Бугуир Минск». В 1/2 финала гомельчане победили минскую «Степянку 300», а в финале боролись с чемпионами 2017 года командой «Хоругва». Игра закончилась со счетом 5-4, а главный трофей уехал в Гомель. Среди женских команд за звание чемпиона боролись «Севен Линкс» из Гомеля и «Минская гражданочка». В обоих матчах «Фортуна» оказалась на стороне гомельчанок. Они победили со счетом 4-2 и 6-3 и стали двукратными чемпионками фестиваля снежного регби «Лютый кубок».